мая 2006 года в Чечне прошел первый и единственный на сегодняшний день конкурс красоты «Краса Чечни-2006». Конкурс был организован правительством Чечни и общественным фондом имени Героя России Ахмата Кадырова, который и профинансировал данное мероприятие. Следует заметить, что конкурс красоты проходил с национальным колоритом, то есть по-чеченски. Только длинные платья, никаких бикини и вместо демонстрации женских форм – народные танцы. Кроме того, чтобы как-то сгладить негативную реакцию со стороны старейшин, организаторы конкурса приглашали представителей исламского духовенства, чтобы те присутствовали на репетициях конкурса и убедились, что происходящее в зале не противоречит канонам ислама и традициям чеченского народа. За 2 месяца подготовки из 200 желающих стать первой красавицей Чечни были отобраны 20 кандидаток. Справедливости ради следует заметить, что чеченским красавицам было не просто получить разрешение на право участвовать в конкурсе. Каждой необходимо было получить добро у мужчин своего рода. В итоге в конкурсе приняли участие 19 незамужних девушек в возрасте от 14 до 23 лет. А в полуфинал вышли только 5 девушек, которые и оспаривали звание «Краса Чечни-2006». В итоге победительницей стала ученица 10 класса Замира Джабраилова. А победительнице конкурса было известно, что Замира по национальности чеченка, но ее семья некоторое время проживала в Волгограде, затем перебралась в Чечню. Ее отец работал в милиции и погиб во время выполнения боевого задания в Чечне. Замира с детства увлекалась рисованием, любила танцевать и занималась в студии при республиканском ансамбле «Войнах». Победительница конкурса должна была получить ключи от автомобиля и туристическую путевку во Францию. Следует заметить, что Замира Джабраилова сразу сделала заявку на победу, объявив в публике, что если она выиграет, то отдаст обещанный в качестве приза автомобиль Toyota Corolla мальчику-сироте. И она сдержала свое обещание. Часть денег, вырученных от продажи автомобиля, она отдала социальному приюту, а другую часть – воспитаннику дома-интерната. Воодушевленная победой в Грозном, в этом же году Замира принимает участие еще в нескольких конкурсах красоты. Так она победила в конкурсе «Краса Северного Кавказа 2006», проходившем в городе Пятигорске. А затем в Москве на общероссийском конкурсе «Краса России» Замира стала обладательницей приза зрительских симпатий, получив награду в номинации «Юная краса России». Кроме того, Замире вручили грант на получение высшего образования в одном из вузов России. На сегодняшний день Замира принимает участие в различных благотворительных мероприятиях, а также в показах моды в качестве модели. Она является ведущей моделью чеченского дома «Фирдаус». А кроме того, Замира занимает высокий пост в чеченском правительстве. Она заместитель министра по делам молодежи Чеченской Республики и просто красивая девушка. А вам спасибо за внимание, оставляйте комментарии под данным видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал «Цвет настроения» и до новых встреч!